Мы не можем сегодня допустить, это мое мнение, чтобы западные страны, в основном соседи, Литва, Польша и Украина, там насадили такой же режим, как в Киеве. Это чудовищно будет для нас. Это наша безопасность. Я об этом говорю. Не о Лукашенко, а о безопасности России. Нам не нужны натовские танки под Смоленском. 400 километров. Один переход. Они вот сегодня ночью, в воскресенье, выйдут, допустим, в понедельник утром будут в Москве. 10 часов им хода. Тихо, спокойненько, 40-50 километров в час. Нам зачем это нужно? Я говорю о России. В интересах России. Лукашенко, может быть, отойдет на второй план, на третий. Но сейчас, если все пойдет по тому сценарию, который запущен, то уже это другая часть вопроса. Лукашенко, не Лукашенко. Нам нужно иметь свои безопасные западные границы.